Школьники округа могут научиться плавать бесплатно. Такая возможность есть в бассейне «Чайка». С момента открытия, то есть почти 5 лет, руководство бассейна сотрудничает с управлением образования. Благодаря муниципальному заданию все школы округа имеют возможность бесплатно посещать уроки водной физкультуры. Место занятия физкультуры в школах, и на них мы обязаны как минимум научить детей держаться на воде. Вот это наша задача, это сказано в административном регламенте. Вторая услуга – это занятие плаванием с инструктором, свободное плавание. Эта услуга проводится летом, то есть это к нам приходят летние пришкольные лагеря. У сельских школ небольшое преимущество. Их ученики приезжают в бассейн по субботам. Городские дети занимаются с 11:30 до 14:30 ежедневно. График посещения для школ устанавливает управление образованием. В неделю около 750 детей плескаются в чаше бассейна. За учебный год водные уроки физкультуры посещают 12 тысяч школьников. Как правило, дети первого класса приходят неподготовленные, держаться на воде они не умеют, поэтому мы их начинаем знакомить со свойствами воды. Одеваем пояса и предлагаем комплекс упражнений, которые основываются на ходьбе. Следующий шаг – горизонтальная опора на воду. Минуя страх, детки переходят к водным плавательным упражнениям. Начинают с самого легкого стиля – кроля на спине. Затем изучают кроль на груди, брас и баттерфляй. Группа школьников всегда под присмотром инструкторов бассейна «Чайка». Вместе с детьми в воде могут находиться сопровождающие учителя и родители. Некоторые неохотно ходят, но это зависит от учителей. Вот если классный руководитель заинтересован, сам любит плавание, любит свой класс, он водит и в каникулы водят. В каникулы очень многие школы не водят, потому что учителя тоже хотят отдохнуть. Но есть учителя, которые в каникулы собирают свой класс и приводят. Тренировки школьников продолжаются весь учебный год. По окончанию занятий – небольшой экзамен. Каждый юный пловец должен преодолеть чашу бассейна без вспомогательных средств. То есть свободно проплыть 25 метров. А в новом году обучения дети оттачивают технику разных плавательных стилей.